Родной Бишкек, я прохожу по улицам твоим, и теплый свет из окон льется на дорогу. Вот уже 146 исполнилось тебе, что, в общем-то, для города немного. Здесь выросло немало удивительных людей, которые живут одной семьей. Расти и процветай на радость всем. Ты самый лучший, город наш родной. 29 апреля, день рождения Бишкека. 146 лет назад в этот день была образована столица Кыргызстана. С тех пор город трижды переименовывали. Он назывался и Бишкек, и Фрунзе. Фрунзе был самым зеленым городом в СССР. Это была чистая, свежая и благоухающая столица. С 2004 по 2014 годы Бишкек лишился более 15 гектар зелени. В основном деревья вырубили под строительство. Но деревья нужно не только сажать, но и умело за ними ухаживать. Так как после зимы на коре и под корой деревьев размножаются колонии вредителей и грибковых болезней, то каждую весну рекомендуют покрывать стволы деревьев слоем побелки. Белоснежный слой отлично отражает солнечные лучи и покрывает все трещины и расколы в коре. Вносит эстетическую нотку в ландшафтный дизайн нашего города. С днем рождения, Бишкек! Мы тебя любим! А что ты сделал для своего города? Мы передаем эстафету США номер 10!